Можно поаплодировать, друзья. Красная ленточка, символизирующая начало работы нового ремонтного участка, перерезана. В Балаковском районе появился новый участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Его ввели в эксплуатацию на территории Балаковского филиала АО «Апатит». Производственная мощность объекта рассчитана на ремонт и обслуживание почти 2500 вагонов в год. При этом в перспективе объемы увеличатся после перехода на круглосуточный режим работы. Ввод в эксплуатацию этого участка позволит сократить время на текущий ремонт с 8 до 1,5 суток. Мы каждый месяц примерно теряли здесь до 200 вагонов, которые браковались, которые отсюда локомотивами предприятия выводились на пути общего пользования, далее в депо, потом обратно. То есть это занимало очень серьезный процесс и требовало серьезных не только усилий, так сказать, но и денег. Вот сегодня мы всего этого будем избегать, и более того, мы договорились о том, что мы пойдем дальше. Мы будем не только ремонтировать те вагоны ПГК, которые приходят сюда, но есть довольно большой флот подвижного состава, которым обладает и само Фосагро. В Балаковском филиале АО «Апатит» уверены, новый ремонтный узел обеспечит предприятие необходимым количеством вагонов, которые так нужны для оперативной отправки удобрений фермерам всей страны. Основная сегодня нацеленность компании «Фосагро» и нашего филиала, да, учитывая то, что мы находимся в непосредственной близости к основным сельхозпроизводителям, мы, конечно, больше половины своей продукции сейчас стараемся отгрузить на внутренний рынок и обеспечить наших сельхозпроизводителей. И сегодня мы наиболее эффективно, без простоев, без потерь подвижного состава сможем грузить вовремя качество нашей продукции. В рамках реализации проекта проведен капитальный ремонт железнодорожного пути. Обустроена производственная площадка, подключены коммуникации и электропитание. Закуплено и установлено современное технологическое оборудование. На открытой площадке организованы места для хранения колесных пар и других запасных частей. Ремонтный участок уже получил положительное заключение комиссии регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Уверен, 100%. Полувагонов, которые заходят на территорию Балаковского филиала, 100% после проведения всех операций будут годны для погрузки в эти вагоны, так сказать, готовой продукции. И это очень важно. Удобрения, которые применяются фермерами и сельскохозяйственными предприятиями, это инвестиции в будущий урожай, поэтому важно внести их в почву вовремя. И теперь задержек с доставкой удобрений потребителям не возникнет.